Друзья, всем привет! Тема нашего сегодняшнего обзора – внутренний фильтр для аквариума фирмы Сансан, модель HG411B. Сегодня мы поговорим по гарантии, по размеры этого фильтра, характеристики, разберем его и протестируем его в аквариуме. Сама по себе моделька 411B заводом-производителя рекомендуется на объем до 50 литров. Гарантия на этот продукт распространяется на заводской брак. Гарантию мы даем лично от себя, потому что в Украине не существует официального представителя фирмы Сансан, поэтому гарантия лично от нас. Китайцы довольно-таки нормально делают этот продукт. Эти насосы, фильтры работают в принципе безукоризненно, несмотря на свою низкую цену. По габаритам. Сам по себе фильтр в высоту 11,5 сантиметров, ширина 3 на 4 сантиметра. То есть габариты довольно-таки немаленькие относительно, вот визуально, конечно, он смотрится малышом. Но для объема 30-40 литров вполне его хватает при условии среднего заселения аквариума рыбками. Внутри также идет инструкция. Инструкция толком ничего с себя не представляет. Здесь общие фразы на английском языке, потому это просто бумажка. Есть в комплекте немаловажная вещь. Дождевальная система, тройничок, трубочка на подачу воздуха и штуцеры в комплекте тоже идут. Сам по себе фильтр оснащен 4 присосками. Присоски не отпадают через месяц, потому можете брать, потому что некоторые рассказывают, что присоски отпадают через неделю. Ничего подобного, держатся. Насколько долгий период они будут клеиться, не знаю, но... Не хочу утверждать, что там годами, но довольно-таки длительный период они работают. Провод. Спасибо китайцам, не сэкономили, сюда сделали довольно-таки провод, почти 1,5 метра. Это для более удобного подключения в аквариум, с аквариума в розетку. Давайте его разберем чуть-чуть. Внутри мы видим саму мочалочку. Мочалка довольно-таки немаленькая относительно небольших габаритов нашего фильтра. И внутри мы еще видим вот такую вот крышку. Внутри ротор. Ротор — это элемент, который качает воду. Он со временем зарастает грязью и бывает не вращается. Поэтому, пожалуйста, раз в месяц снимайте крышку ротора и промываем таким образом его. Потому что он может остановиться. Стандартная система использования любого внутреннего фильтра — это просто снизу он всасывает воду, профильтровывает, отсюда выходит чистая вода. Очень многие клиенты наши хотят использовать данный фильтр, чтобы он еще и насыщал кислородом. Для этих целей в этой модельке есть дождевальная система. Дождевальная система очень подходит тем людям, у которых маленький аквариум, и они хотят, чтобы не было сильного круговорота воды. Дождевалка распределяет выходящую воду, отфильтрованную, на много отверстий. За счет этого не будет сильного круговорота в аквариуме. Если дождевалку расположить над водой на 0,5 сантиметра, она с собой еще и захватывает пузырьки воздуха. Но стандартный способ использования с подачей воздуха — это вот такой вот тройничок, на который одевается шланга. На конец шланги можно одеть такой регулятор подачи воздуха. Он регулируется. И подключить, у вас будет выходить чистая вода и пузырьки воздуха. По характеристикам. Данный фильтр заводом производителя качает 300 литров в час и потребляет 2 ватта. В плане перекачки. Все-таки, наверное, чуть-чуть неправдивая информация. На мой взгляд, он качает литров 200. Потому я его рекомендую на объем 30-40 литров. По поводу потребления. Сегодня мы на нашем приборе проверим, сколько же он потребляет. Давайте его поставим в аквариум и посмотрим, как он работает. Опускаем полностью в воду. Полностью в воду, с проводом, не переживайте. Тут все герметично, все нормально. Я только что снимал наш ротор. Сейчас он выгоняет весь воздух. Все, вот наш фильтр начал работать.
Сейчас с него выйдет с мочалки полностью весь воздух, который накопился на мочалке, и фильтр работает. Фильтр должен работать 24 часа в сутки без выключения. В таком варианте использования снизу всасывается грязная вода, профильтровывается, то отсюда выходит чистая. Фильтр абсолютно не слышно, потому смело можете устанавливать в помещении, в котором вы спите, он вам мешать не будет. Давайте к этому фильтру подключим стандартную подачу воздуха. Подключили трубочку, трубочку выводим сверху. Если мы снимаем заглушку, естественно, у нас сюда всасывается грязная вода, в трубочку всасывается воздух, отсюда выходит чистая вода и пузырьки воздуха. Надевая эту мочалку, вы можете отрегулировать пузырьки мельче, пузырьки крупнее. В таком варианте использования, естественно, слышно небольшое журчание воздуха. Некоторых это раздражает, поэтому я все-таки рекомендую отдельно приобретать фильтр, отдельно, чтобы у вас был компрессор, который насыщает воду в аквариум кислородом. В таком варианте использования, если у вас мочалка ваша забьется, то пузырьков становится все меньше, меньше и меньше, и они со временем полностью перестанут идти. Поэтому два в одном, когда делаете, не забывайте почаще мыть мочалку. Давайте уберем дождевальную систему и испытаем наш фильтр с помощью дождевальной системы. Дождевальная система распыляет нашу струю на большое количество отверстий. Оп. Все, установили дождевальную систему. Таким образом, наша вода снизу всасывается, сверху распыляется, идет и небольшое обогащение кислородом. Для маленьких аквариумов, в принципе, этого хватает. И нету сильного круговорота воды. Эта система очень удобна, когда вы этот же фильтр ставите на объем, к примеру, 5-10 литров, там, где у вас плавают мальки, чтобы они не всасывались в фильтр. Все, и все у нас нормально работает. Итого, подведем итог. Фильтр модель HG411B. Заводом-производителя. Подходит на объем до 50 литров. Я рекомендую на объем 30-40 литров. По прибору вижу потребление электроэнергии 2,3 ватта. То есть чуточку больше, чем заявил производитель. Реальная перекачка максимум 200 литров в час. Если вы его используете в таком варианте, он может быть установлен и на маленький объем. С помощью подачи воздуха он может насыщать воду кислородом. Ну и без никаких-либо насадок он просто фильтрует воду в вашем аквариуме. Ссылочку на этот конкретный фильтр я оставлю внизу в описании. На нашем сайте zookool.ua вы найдете много всего интересного. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!